Это бред, подлеть индейцу огненной воды. Пить не только медику, дай на каждый глаз, что петь коты даже в ад продают газ. За кровоточит стигмат, в скиту заплачет икона. Я хотел промолчать, предсказание региона. Варианты на небо, под землю или на нары. Пока мы ждем продолжения, кто-то пишет сценарий. Амазонка, я наш красно-черные крылья. Yeah.
Yeah.
Открытая тренировка перед турниром 29 августа, который состоится в Киевском дворце спорта. Событие отнюдь незаурядное. Саша Усик будет отстаивать принадлежащий ему титул интерконтинентального чемпиона WBO против боксера из Южной Африки Джонни Мюллера. И вот этот вот человек наконец-то проведет первый профессиональный поединок в своей карьере. Есть возможность пообщаться, задать вопросы, получить ответы, наверное, даже. Welcome. За некорректные вопросы мы наполучили. До свидания. Да, какие ощущения перед боем? Ощущение эмоции. Страха, эмоции, постоянно волнуюсь, переживаю, что понравится публике. Только понравится публике? Или... Понравится, да, своему менеджеру, своему компании, своим тренерам. На Олимпиаде меньше волновались сейчас? На Олимпиаде вообще не волновался. Насколько серьезно профессиональный боксер намерен идти? Ну, подписал контракт на 5 лет. И я думаю, что будем продлевать. Я думаю, что будем завоевывать все высшие награды. Пока, дай бог, будет здоровье и будут соперники. Для вас лично что вот изменилось при переходе из аматорского бокса? Наверное, темп ведения боя, наверное, тактики. Больше можно будет рассматривать на перспективу, на другие раунды. В дальнейшем бить и не гореть с горящей головой над... Как в любительском раунде, за 3 минуты ты должен за 3 раунда делать все возможное. Тут совсем больше раундов, это можно будет подводить организм, подводить соперника. Система тренировок тоже изменилась? Конечно, в зависимости от раундов. 6 раундов это 6-раундовая подготовка, 8 и так далее. Больше физики, да? Конечно. Скажи, что вы знаете про своего суперника? Я знаю, что он проводил бои у нас в Украине, он очень стойкий парень. Его не выключают, он парень, который держит удар, придется что-то менять в его жизни. Лавин досвидченный боец, а вы, можно сказать, дебютует он на профессиональном уровне? Ну ничего страшного, будем стараться, мы готовились, тренировались и все делаем возможное, чтобы одержать победу. Нет, стану, наверное, более осторожным в первых раундах, так как ребята будут свежие и все захотят выиграть у Дениса Беринчика, как они хотели выигрывать. И я думаю, что Денис Беринчик останется Денисом Беринчиком. Все правильно.
что именно? Готовился? Кстати, вот правильно замечать. Да, Денис вообще готовился. Он подготовился, и я вам скажу больше, он еще готовится. Он все еще продолжает готовиться. Он закончит готовиться только, наверное, перед боем, в день боя. Вот поэтому, как бы, ну как подготовка, как подготовка. Он парень трудолюбивый, целеустремленный, готовится, выкладывается на все 100, хочет покорять новую вершину. Вот к этому идет. Ну и дай ему Бог здоровья. Это важнее всего. В каком весе? 63 500. Все, вопросы нет. Быстрые мне. Фотографии вот туда. Все? Класс. Не, подожди, стоп. Еще. Еще. Класс. Спасибо. Еще сюда, пожалуйста. Куда? Всем привет. Ну, обнимись. Вот куда вот? Привет. Куда? Камеру. Вот это в камеру.